Всем привет! Недавно мне исполнилось 25 лет. Я сама в шоке с этого. И я решила записать такое видео, возможно, с какими-то советами для девчонок помладше. Может, не только для девчонок. Не знаю, пригодится ли оно вообще кому-то и будет ли оно действительно таким полезным, как я хотела бы, чтобы оно было, но давайте посмотрим, что из этого выйдет все-таки. Я, как обычно, со своей волшебной тетрадкой, и вот знаете, она реально волшебная. Во-первых, я здесь учусь сейчас кое-чему, но прочитайте даже вот просто, что написано на обложке. Понимаете, да? Тут немного в горочку, а потом покатимся. Я выписала ровно 25 пунктов, которые я подчеркнула за все эти 25 лет. Ну это странно, да, 25 лет? Я же не знаю, что у меня было в один год, два года. Ну, короче, мы поняли. Блин, у меня колечко сейчас спадает, такое красивое. Фокус. Спадает. Первый пункт. Возможно, какие-то пункты для кого-то вообще не будут открытием. Возможно, кто-то на них посмотрит с нового ракурса какого-то. Но первая вещь, она настолько очевидная, но если вдуматься, не такая уж и простая. И это жизнь с понедельника. Или когда-нибудь. Сяду на диету с понедельника, откажусь от сахара с понедельника, пойду в спортзал с понедельника, запишусь на курсы когда-нибудь, когда-нибудь выучусь, когда-нибудь начну. Но, к сожалению, вот по-любому люди, которым уже 20+, вы начали замечать, как быстротечно это время. И если раньше нам казалось, что, о боже, 3 месяца, это так долго еще ждать, то сейчас ты понимаешь, что год, боже мой, год, это же так мало, я ничего не успею, я не успею подготовиться за год, мне нужно больше времени. Так вот это как раз, понимаете, об этом. Вы можете это когда-нибудь, на потом, с понедельника откладывать множество раз, и однажды произойдет момент, что либо уже будет поздно, либо вы поймете, сколько времени было упущено. И вот, наверное, это самое главное, что я хочу донести, это то, что очень много времени будет упущено. И сейчас я в свои 25 лет, я, конечно, задумалась об этом 24 еще, конкретно о том, что я хотела всю жизнь кое-что попробовать, но все время откладывала из-за каких-то страхов, неуверенности и т.д. и т.п. Но я поняла, что, блин, если я это не сделаю сейчас, я это не сделаю, блин, никогда. Либо же я проснусь в свои там 60 лет и пойму, что я до сих пор этого не сделала, и мне будет очень сильно больно, что я даже не попробовала, не попыталась, все время откладывала, находила какие-то оправдания, работа, семья, время, здоровье, еще что-то. Просто возьми и сделай. Жизнь с понедельника не начинается. Поэтому да, с понедельника не нужно, нужно сейчас. Вы это слышите? Конечно, все понимаю, ремонт — дело житейское, но когда это длится каждый день на протяжении полугода, это невыносимо. Следующий пункт, это он вытекает, наверное, из первого, это бояться каких-то провалов и неудач. Опять-таки, из-за этого страха ты откладываешь все на потом, на вот это самое когда-нибудь. Но единственное, что тебе нужно понять, что страх, он будет всегда. Если ты думаешь, что тебе не будет страшно в 25, тебе будет страшно в 25. Если ты думаешь, что тебе не будет страшно сделать это в 30, тебе будет страшно сделать это в 30. Потому что отсюда вытекает сразу третий пункт, это... Вытекает следующий пункт, это то, что нет рубежа возрастного абсолютно. А так уж случилось, что большинство моих близких друзей, им уже 30+. Такая вот жизнь. И общаясь с ними, то, как они анализируют свою жизнь, то, как они сейчас мыслят. Короче, ты все равно их опыт, нет-нет, да, слушаешь, перенимаешь как-то. И ты понимаешь, что вот этого возрастного рубежа, его просто не существует. Да, им 30-31, но в душе им точно так же 21. То есть они не ощущают себя на этот возраст, за исключением каких-то уже там возрастных, да, что у человека, ну, там суставы скрипят, еще что-то. Хотя у меня даже в 25 суставы скрипят.
То есть за исключением вот этих моментов. И этот внутренний ребенок, подросток, да кто угодно, блин, принцесса, рыцарь, космонавт, кем ты там хотел быть, он внутри тебя будет даже в твои 30+. Поэтому этого рубежа просто не существует, понимаете, ребят? И поэтому не нужно откладывать на потом и бояться чего-то или думать, что ты сделаешь это потом, и тебе будет не так страшно. Нет, тебе будет страшно. Тебе будет страшно переезжать в другой город как в 20, так в 25, так и в 35. Тебе будет страшно бросать свой привычный образ жизни и начинать все с нуля, искать новую работу как в 20, 25, 30, 35, 40, 45. Это всегда страшно, это всегда стресс, и это нужно понимать. Это даже, знаете, это не с таким посылом, что все, не бойся, иди, делай, типа, блин, это все равно будет страшно. Это, наверное, больше с посылом, что ты не один. Ты не один, и абсолютно каждый человек проживает, проживал или проживет такой же момент, как у тебя происходит, допустим, сейчас. Потеря там, работы, переезд, близкие люди, что-то еще. Если ты думаешь, что прожив какой-то определенный период жизни, получив какой-то опыт, мудрость, тебе будет не так страшно? Нет, страшно будет. Просто да, возможно, благодаря какому-то опыту у тебя будут инструменты, которые будут помогать тебе справляться с этим как-то более проще, но страшно, больно и так далее будет всегда. Четвертое — это то, что нет никаких гарантий ни на что и никогда. Отношения — наша любимая тема, да, с противоположным полом. Работа, друзья, брак, семья, все что угодно, никогда нет никаких гарантий, и поэтому просто ссылаться на то, что, ну не знаю, даже возьмем вот эту тему брака, да, что, а зачем вот этот штамп в паспорте, все равно все разходят, на-на-на-на-на. Ну, ребят, извините, вы когда вступаете в тот же самый брак, никогда нет гарантии, что этот брак не распадется. Но в то же время это не говорит о том, что раз вы так рассуждаете, кто-то из вас менее предан и не любит достаточно или что-то еще. Нет, просто жизнь состоит, к сожалению, из таких вещей, моментов, что гарантии никогда ни на что нет. Даже когда вы покупаете машину, допустим, салона, а кто-то купил бэушную машину, это не означает, что машина с салона не сломается прямо завтра, а бэушная проездит года два еще точно без ремонта. Поэтому просто нужно принять этот факт. Возможно, конечно, пример с браком сейчас был слишком резкий, и у кого-то сейчас пукан бомбанет просто в моих комментариях. Ну, maybe baby. Welcome, кстати, в комментарии, я вообще за любой движ, обсуждайте, пишите, что вы думаете, вообще без проблем. Хейтеров я тоже люблю, я говорила это уже в прошлом видео о том, как искать свою работу. Да, обожаю хейтеров. Это вам, мое сердце. Во, видали мне какао? Это вам, мое сердце, хейтеры. Муа. Следующий пункт, пятый, это страх. Страх продажи своего таланта. Бояться продавать свой талант. Короче говоря, если вы обладаете каким-то талантом, вы делаете крутые татушки, вы рисуете невероятные картины, фотографируете, монтируете, создаете все что угодно, и бояться это как-то монетизировать, продавать из-за страха того, что вас кто-то осудит, вообще не бойтесь. Боишься? Не бойся. Это бессмысленно, потому что тот же человек, который, возможно, менее талантлив, чем ты, вовсю уже продает тот же самый талант, который есть у тебя, и реально делает на этом бабки. Любой талант, он прекрасен. Серьезно. И просто ждать, бояться, пока вот эти дни будут проходить, а Вася Пупкин уже будет на этом заколачивать, ну такое себе. Я, допустим, сейчас в свои 25 лет понимаю, сколько у меня было возможностей что-то монетизировать. Я что-то начинала, но бросала, потому что мне было страшно. И сейчас я понимаю, что если бы я не бросила, сейчас, возможно, было бы все немножечко иначе. Шестой пункт, он достаточно интересный. Я задумалась о нем вот буквально месяц назад, наверное, может даже больше. И это страх инвестировать. Объясню. Опять-таки, в прошлом видео про работу я рассказывала о том, что я около 4 лет проработала в одной крупной компании, у меня была достаточно хорошая зарплата, и я могла себе позволить
купить свою квартиру, естественно, в ипотеку. Но я боялась, боялась, потому что я одна. Я боялась, а вдруг я завтра потеряю работу, а по итогу это завтра протянулось на 4 года. И за 4 года как бы цены на недвижимость очень так хорошо подросли. И по итогу я могла бы уже продать эту квартиру или, не знаю, сдавать ее, и у меня была бы своя недвижимость. И вообще любая инвестиция, не обязательно только про квартиру, я сейчас просто это объяснила на своем примере, почему я выписала этот пункт. Любая инвестиция, если вот есть какая-то возможность, инвестируй. Да, страшно. Очень страшно, я это понимаю, но сейчас я так сильно жалею об этом, что я не послушала своих родителей, потому что они мне все время говорили, что Алия, ты такие деньги отдаешь за съемную квартиру, ты могла бы эти же самые деньги отдавать за ту же ипотеку, у тебя была уже своя недвижка. Я боялась и вообще говорила, что ипотечное рабство, никогда в него не вступлю. Жалею ли я сейчас? Безумно жалею. Пойдем далее. И тут такой пунктик, который тоже, возможно, у многих пукан бомбанет, но это экономить на себе. Экономить на себе не нужно примерно никогда. Конечно, мы берем ситуации, бывают разные, какие-то положения не очень хорошие, финансовые, трудности, все это бывает, но экономить на себе — это очень плохая идея, потому что если ты знаешь, что тебе что-то приносит радость, то делай это. Мне приносит радость, допустим, танцы. Но у меня сейчас нет возможности покупать абонементы на те же самые танцы. Вот, берем кейс. Но когда эта возможность была у меня до того, как я уволилась, у меня была эта возможность, но я не брала абонементы, потому что я думала о том, что эти деньги нужно отложить, эти деньги не нужно трогать, эти деньги тыры-пыры. По итогу эти деньги все равно я тратила там на какие-то бытовые вещи, там еще что-то. И я понимаю, что я уже около полугода даже больше не занимаюсь танцами, и мне от этого очень плохо. Потому что это то, что меня наполняет, это то, что мне приносит невероятнейшее удовольствие. И тогда, когда у меня была возможность, я ее просто не воспользовалась, а надо было. Потому что сейчас у меня возможности нет, и от этого еще хуже. Бежим дальше. Слишком много рефлексии. Я не говорю о том, что рефлексия — это плохо, но когда ее слишком много, это плохо. Почему? Потому что это может привести в какой-то момент к апатичному и деградационному моменту, скажем так. Потому что когда ты слишком много рефлексируешь, в какой-то момент ты начинаешь перегибать палку. Я не говорю, что так происходит с каждым, я говорю о том, что это может действительно произойти. Так было на примере со мной. Где-то вот в период с 23 до 24 лет, даже с 22, наверное, я очень-очень-очень много рефлексировала. Я прям погрузилась в этот мир психологии, и я рефлексировала вообще на все, что происходило. И в какой-то момент я поймала себя на мысли, что из-за этого я просто лежу на диване, и целый день я ничего не делаю, кроме того, как жалею себя, думаю о том, почему так получилось, а что он имел в виду, а почему она так поступила, а где была я не права, а вот мне сейчас я испытываю такие чувства, вот, наверное, они испытывают... Это реально эмоционально тебя сжирает. Это отнимает силы. Я не говорю о том, что рефлексия — это плохо, рефлексия — это хорошо, но нужно знать меру вот абсолютно во всем. Абсолютно во всем. Личное должно оставаться личным. Все мы активно ведем социальные сети, у всех у нас есть какие-то близкие друзья, подружки, с которыми мы обсуждаем какие-то темы, которые нас волнуют. И поддержка — это всегда хорошо. Рассказать о чем-то это тоже неплохо, но все-таки есть какие-то определенные моменты, которые должны оставаться между двумя людьми. Неважно, пара вы или вы близкие друзья, есть моменты сокровенные, личные, интимные, которые не касаются других людей. Ну, во-первых, ты действительно ничего не оставляешь для себя. Ты просто снимаешь с себя всю одежду и стоишь голый в этой комнате перед всеми этими людьми. Я не говорю, что это плохо или хорошо, но это вот
личное мое мнение, это личный мой совет, а прислушиваться к нему или нет, это уже твое право. Ты можешь сказать, что это херня полная, а можешь согласиться, и это относится буквально ко всем пунктам, которые будут есть в этом видео. И это касается не только отношений, а вообще каких-то моментов, которые происходят в твоей жизни. Здоровье — это правда важно. Если где-то ближе к 20, в 20 я могла себе позволить полениться и сказать: «Ой, ладно, завтра схожу в больницу, ой, ладно, завтра, потом, ой, потом», то сейчас нет. Потому что когда ты уже напрямую сталкиваешься с последствиями того, что ты откладывал свое здоровье на потом, очень некруто сказывается на твоей жизни, скажем так. Начать новое не так уж и страшно. Страшно подумать об этом, страшно подумать о том, что же будет дальше, страшно подумать о том, а как это будет в моменте. Но когда ты делаешь этот шаг, когда ты встаешь на этот путь, да, страшно, но это превращается в какое-то... какую-то маленькую эйфорию, потому что тебе уже становится приятно и интересно это делать. Страшно только в начале, а потом этот страх с каждым твоим шагом сходит на нет, и появляется интерес и удовлетворение. Любые отношения, будь то дружба или личные любовные отношения, это работа двух людей. Ой, какой интересный пункт! Еще и под номером 13. Просто примите своих родителей такими, какие они есть. Не нужно пытаться их изменить, потому что это практически невозможно. Знаете, даже приведу такой пример. Я читала одну книжку. Я не помню, что это была за книга конкретно. Название я сейчас не вспомню. Но там была такая фраза. Опять-таки, извиняюсь за мат, но цитата. «Просто отъебись от своих родителей». И потом мне сказала эту же фразу, не в такой, конечно, формулировке, моя подруга, она психолог. Она мне сказала то же самое, что: «Алия, единственное, что вот ты сейчас можешь сделать, это просто отстань от своих родителей. Все, просто отстань от них». Еще один супер важный факт обо мне, во-первых, и совет, который я очень хочу вам всем дать. Даже вот особенно, если вам сейчас нет еще 20, пожалуйста, я умоляю, никогда ничего не удаляйте. Ни фотографии, на которых вы себе не нравитесь, ни переписки с бывшими, с одноклассниками, неважно с кем, никогда ничего не удаляйте. Это то, о чем я жалею по сей день. Боже, у меня вот прямо сейчас... слезы наворачиваются на глаза, потому что я буду жалеть об этом всю свою жизнь. А когда мне было 12, я очень сильно не нравилась себе. Я безумно себе не нравилась. И я удалила все фотографии. Я удалила все фотографии, где была я. Семейные фотографии, представляете? Ладно, там просто свои какие-то селфи, но я удалила все фотографии с подругами, я удалила все фотографии семейные. То есть меня даже не волновало о том, что это семейный снимок, что этот снимок был сделан в честь какого-то, я не знаю, вашего семейного мероприятия, какого-то случая счастливого. Меня это не волновало. Меня волновало только одно, что я себе не нравлюсь, и не дай бог кто-то увидит эти фотографии в будущем и скажет, какая же я уродина. И я удалила все. Никогда этого не делайте, потому что пройдет сколько-то лет, и вы захотите вспомнить какое-то время, школьное время. У меня ничего нет со школьного времени, у меня очень мало фотографий, потому что я все почистую почистила. И я жалею об этом безумно. Я даже жалею о том, что я удалила переписку со своей самой первой главной любовью. Я удалила с ним все фотографии, я вообще ужасно об этом жалею. Сейчас, если я даже расхожусь с молодыми людьми, я не удаляю ничего, потому что иногда очень даже не просто интересно, а важно посмотреть, окунуться, порефлексировать, как это было, посмотреть, повспоминать. И я бы очень хотела, вот знаете, быть вот этой 90-летней бабушкой, которая откроет вот эту коробку с фотографиями и будет своим внучкам рассказывать эти крутые истории про ее любовь. Но... далее пункт очень-очень крутой и очень важный. Больше общайся, связи — это важно.
когда-то я была приверженцем того, что я не буду общаться ни с кем, кто не в моей компании, с кем я как-то не пересекаюсь. Я была вообще какая-то дикая, нелюдимая. Я это не любила. Не бояться обзавестись какими-то новыми знакомствами. Если вы куда-то идете, обязательно знакомьтесь с людьми, подписывайтесь друг на друга в соцсетях, общайтесь. Конечно, если тебе человек совершенно ну никак вообще не нравится, это не означает, что тебе нужно с ним общаться только лишь потому, что у тебя будут какие-то связи. Нет, учись слышать и слушать. Даже, наверное, наоборот, слушать и слышать. Мы можем слушать человека, но мы можем его не слышать. Мы можем не понимать, что он пытается до нас донести. И это важно, как и тебе самому. Нам же тоже важно, чтобы нас не только слушали, но и слышали. Но это не означает, что ты не должен делать то же самое по отношению к другим людям. Думаю, здесь, в принципе, все понятно. SPF и морщин. Начинаем пользоваться вот прямо сейчас. Если тебе особенно еще 20 нет, все, начинай пользоваться SPF, пожалуйста, молю, умоляю. В 22 года я только начала пользоваться SPF, и я жалею, что я не начала еще раньше. И что самое главное, что ты должен знать про SPF, это то, что им нужно пользоваться не только летом. Им нужно пользоваться круглый год. И не забывать про зону шеи и декольте, потому что это как раз такие возрастные зоны, которые выдают твой возраст. У меня есть морщины, и мне грустно от этого всегда, несмотря на весь быт, несмотря на всю свою рабочую жизнь, всегда, абсолютно всегда находи время для своего хобби, то, что тебя наполняет, потому что однажды ты столкнешься с выгоранием, эмоциональным выгоранием, рабочим выгоранием, и что самое крутое меня всегда спасало, это хобби. Я помню, у меня было очень сильное рабочее выгорание, это было ужасно, это было безумно, я думала, я сойду с ума. И единственное, что меня спасало на тот момент, это были танцы. Единственный инструмент. Все. Да, я весь день на работе, но танцы были с 9 вечера до 10. И из-за того, что как бы ты это любишь, тебе это нравится, у тебя уже нет вот этих оправданий, что поздно. Вечер, да пока я доберусь до дома. Когда ты занимаешься любимым делом, то, что тебя наполняет, вдохновляет, заряжает, ты уезжаешь с такими эмоциями, да никакое время нахрен не оправдает этого. Ну, точнее, твоих вот этих каких-то заминок, то, что ты тебе лень, долго время, ну. Пофиг, что скажут другие. И это правда. Не знаю, буду ли я согласна с этими пунктами через год, через 5, через 10. Возможно, я опровергну все, что я сейчас говорила. Возможно, с чем-то я буду до сих пор имеется в виду, по истечению лет, согласна. Возможно, я просто к этим пунктам что-то добавлю, я не знаю. Но сейчас, вот здесь и сейчас, буквально там 2 недели, как мне 25, я подчеркнула эти пункты, и, возможно, кому-то они откликнутся, кому-то нет, но здесь и сейчас это так. Желаю найти себя. Вот у меня, кстати, сейчас экзистенциальный кризис. Да, девочки, я с ним столкнулась. Мне 25 лет, я не знаю, кем я хочу быть. Ладно, надеюсь, вам понравилось, было это видео полезным. Всем удачи, всем стабильности желаю, хорошего настроения, будьте на позитиве, реально, и без негатива. Не люблю негатив, люблю позитив. Все, чмок в пупок, всем хорошего настроения. И вот вам сердечко, вот видите, это сердце, тук-тук, мое вам.